Добрый день, друзья! Поздравляю всех с наступившим 2018 годом! Ура! Этот мир казался не таким уж светлым, и застрял я как-то, забуксовал где-то, и вот уже почти отчаялся, самому-то ведь не справиться. Потыкался, помыкался, эх. И тут откуда ни возьмись, добрые люди взялись, и я понял: мир не без добрых людей, не без светлых идей. Прощай, непонятная грусть, я к тебе не вернусь. И русскую пробежку мы проводим уже третий год подряд. Если в 2016 году у нас пришло 38 человек, тогда было минус 21. То в 2017 году, когда было всего лишь минус 2, нас собралось почти 300 человек. Я к тебе не вернусь, и убегает тоска, словно груз от виска. Столько светлых идей, столько светлых людей. Активно подключаются люди в интернете, ВКонтакте, и поэтому у нас будет обязательно это традиционное мероприятие. Будем наращивать, делать серьезнее программу и продолжать развивать здоровый Сколько образ жизни. Время прошло, и вроде все хорошо, и наступила весна, и снова всем не до сна. Но только диву даюсь, опять в моем сердце поселилась светлая грусть. Вот раз по улице шел, и как же вам рассказать? Вижу парнишка ехать не... Русская пробежка теперь всегда проводится под лозунгом «За здоровый образ жизни и дружбу народов». Русская пробежка за здоровый образ жизни и дружбу народов! С Новым годом 2018 года! Новый год! Прощай, непонятная грусть! Я к тебе не вернусь, и оживая душа. Ах, как же жизнь хороша! Парень от сердца, видно стараясь и улыбаясь, сказал: мир не без добрых людей, не без светлых идей. Прощай, непонятная грусть, я к тебе не вернусь. И убегает тоска, словно груз от виска. Столько светлых идей, столько светлых людей!